Всем здорово, ребят. Ну что, вот королевка наша на максималочке, на 30 уровне уже. Докачал я ее сегодня, получил кристаллики. Ну, такая сборка, я вам показывал героя, я еще вам затестирую обязательно. На максималке что может, ну, честно говоря, герой не особо удивляет. Такс, ну это бездонатный, донатный там будет, понятно, поярче. Что у нас сейчас будет? Сейчас мы получим на него скин, и также мы пойдем попробуем выловить топовых питомцев. То есть вот здесь, ой, немножко не туда не зашел. Вот у меня есть вот эти вот кристаллы. Попробуем помутировать. А, у нас нету реагента. Супер. В общем, все очень круто. Надо еще реагенты добрать. Где там у нас на рынке реагенты есть? Вот, да. Давайте сразу же доберем их. Заодно и рунки заберу. Такс. Также есть найм, я вам показывал этот найм. Ну, точнее, не найм, а раскрытие питомцев дает новые итемы. Так, окей, поехали. Поехали сначала разберемся с королевой. Вот я забрал на нее сегодня скилл. Так, у нас есть 4 минуты. Давайте докачаем скин, сколько там сможем. Вот так вот теперь она выглядит. Ну, так, нам ведьма мешает. Вот так вот она выглядит теперь. Ну, что могу сказать? Ничего не поменялось. Поехали посмотрим в действии, как выглядит этот скин. Вы посмотрите, какая она живучая стала. Ну, конечно, не сильно живучая, но у нее иммунитет хотя бы есть. Это тоже однозначно плюс. От землеройки иммун у нее есть. Только я не видел умение действия скина. Поехали на подземку, лучше посмотрим. Тут будет лучше видно. Так, смотрим. Ну, с копьем, как и показывали на картинке, вот так вот выглядит теперь жало, типа как оса. Вот видите, сделали копье. Сейчас, может, где-то ударит получше, чтобы было видно. Вот такой вот теперь скин у нее. Ну, не знаю. Честно говоря, кроме того, что можно выбрать второй талант, это ничего не дает на этом герое, как, наверное, и на многих. Это самое основное. Ну, с сердечками такое. Неплохо. А теперь попробуем обычный вариант. Отключим скин. Ну, тут по обычным, и то, в принципе, на любителя. Не знаю, что-то мега там. Мне вот это даже больше нравится, что-то не знаю. Как-то поярче. В общем, вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу скина. Не знаю, как по мне, что-то ничего не решает. Так, окей. С этим разобрались. Поехали, я сейчас попробую забрать попытки. Там попыточки. Еще рановато у нас. Что там у нас? Дискаунт монетки накопились. Что тут интересного есть? Апекс кристалла надо забрать. Книжки мне не надо. Это тоже, в принципе, можно взять. О, карты смены.
Мы как раз нормально заберем вот это. И у нас осталось 5 штучек. Давайте посмотрим еще, что есть такого интересного. 15 сундуков уже продают. Ну вот так вот. Чтобы мега-мега-мега там что-то было. Больше ничего такого. 10-600. А, и вот еще талантик. Ну, в принципе, неплохо. Так, поехали, а то не успеем. Шопинг спри. Надо 10-е рунки подсобирать. Подкопить. 16 попыток. Попробуем по максимуму рвать. Я не знаю, сколько их тут есть. На каком они месте, хотя бы посмотрим. Карты смены нам тоже, в принципе, нужны. Двадцать зефира продают, тоже неплохо. Так, обновилась. Вот они. Видите, как все хватают. Так, на четвертом месте они, потом идут карты. Видите, не успел карты забрать, заберу 5000 камешков. Тоже не успел, смотрите, как разгребают. В общем, на четвертом месте они. Вот здесь будем знать. Будем сегодня их забирать. Хоть что-то ухватил. Так, что там у меня по 43 штучки. Хорошо. Так, с этим разобрались. Поехали, будем пробовать ловить питомца. Итемы у нас уже есть. Так. Тут мы поставим за героев. В принципе, без разницы, кого у меня тут больше всего. 27 тысяч смертушки. Вот так вот. Тут ставим новые итемы. Вот так вот оно смотрится. Прикольненько, конечно. Ну, интересно, интересно. Что сейчас мы в итоге получим с этого всего? Так, обычный волк. А, вот, смотрите, сколько попыток. Это все количество попыток. Вот так вот. О, мутировавший. Есть, ребятушки. У нас есть мутировавший волчонок. Сейчас мы посмотрим на него. Так, супер пэт. 6-3. Ага, вот так вот, видите. Вот они отличаются. Обычный. Вот чем они будут отличаться. Здесь 4. То есть мутировавший будет намного ярче. Он дает атрибуты одному герою. Окей. Можно будет наролить там точность, например, либо уклонение, чтобы героя вообще нереально было слить. То есть это, ну, это тоже классная тема. Так. Поехали, еще половим супер пэтов. Обычный. Видите, обычный. Мутировавший. Ну, в принципе, шансы довольно-таки неплохие. То есть надо собирать дофига зеленых колбочек, и можно будет качать. Все, дальше мы уже ничего не можем сделать. Поехали, будем пробовать прокачать их. Вот 20 штук у меня мутировавшего есть, но зато нету нифига печенька. Вот так вот. То есть надо не только открывать мутировавшие, но и такие. Ну, видите, крит дамаг плюс 313. Посмотрите, какие он статы дает обалденные. Это при том, что он не прокачан на максималку. Крит урон нифигово так. Давайте сейчас его попробуем паролить. Сотка, крит, дамаг, атака. Ну, атака что-то маловато. Видите, надо печеньки собирать. Крит, дамаг, атака. Сейчас мне интересно посмотреть, сколько максимально уклонения можно будет выролить. Но крит дамаг падает неплохо. Атака, уклонение.
Видите, в основном атакующие. Вот уклонение, додж. Точность. ХП 185. Нехило так. Нехило, нехило. Плюс 38 тысяч жизни. Нифига себе. Так, можно сделать супергероя. Вот, додж, уклонение есть. ХП. Это можно играться очень долго, пока вы выловите то, что вам надо. Вы сольете кучу самоцветов. Ну, крит бессмысленно, крит у героев и так есть. Так, атака. 1200. Блин, конечно, статы такие, посмотрите, от ХП. ХП вот плюс 75 тысяч. Мне вот интересно, а что, они не суммируются, что ли? Не, все-таки суммируется. Точность, опять уклонение. Крит-резиста. Ну, крит-резиста. Хотя, в принципе, с другой стороны, его хрен пробьют критом, если нормально собрать. Вот опять уклонение. Уже два уклона. Плюс 892. А тут по 850. Нифига себе. Точность атака. Короче, очередной емор. Если они таких питомцев будут водить, будет куда сам мысливать реально. Атака. Интересно, сколько последний будет стоить ролить, если мы сейчас сотку выбьем. Атака, точность. Атака, ХП. Вы видите, уклонение очень плохо падает. Крит резист, а тут 950. Ну, в принципе, разница небольшая, что вы ролите 2, что вы ролите один последний, то есть 100 самов. Вот ХП сотка. Мне интересно уклонение посмотреть. Ну, статки, конечно, он очень крутые, как видите, дает. Но еще плюс левел вы будете ему повышать, не забывайте. С каждым левелом, судя по всему, будут выше статы. То есть там будут просто заоблачные статы. Вот мы с вами уже потратили практически 1030-40 самоцветов на то, чтобы наролить ему атрибуты. Это, конечно, бред. Да без доната это просто Unreal. Смотрите, уклонение вообще Unreal что-то словить. Нереально даже. Надо брать любую сотку, а то так можно без самоцветов остаться. 60 атака, жизнь. Вот атака. Давайте попробуем тут сотку выловить какую-то интересную.
даже 5%, 15%. Потом, конечно, при увеличении оно будет все играть, будет играть большую роль. 50 тысяч самов, ребят, мы слили для того, чтобы получить на мутировавшем герое нормальные атрибуты. Это просто жесть. Ну, дайте сотку. Самое интересное, оно не влияет на силу. То есть этот герой, ну, то есть эти атрибуты, если бы вот как у нас, допустим, мы прокачиваем, выбиваем, они влияют на силу на героя. Здесь, как видите, они не влияют. Просто жесть какая-то. Хуже, хуже созвездий. Точность. Ну вот уклонение еще дополнительно 60%. Ну, крит дамаг пусть будет. Вот так вот мы словили с вами, блин, за тысяч так 70-60 мутировавшего героя. Это просто жесть. А ну интересно, а можно ставить два одинаковых таких, одного мутировавшего, а второго обычного? Да, ребятушки, можно. Это жесть. Ну вот так вот, короче, полный трэш, как по мне. Не знаю, что это будет. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.